Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и для кого-то уже стартовало, для кого-то вот скоро появится вот здесь вот, буквально через пару часов, иконка, оповещающая вас о том, что начался новый ивент, который мне, честно говоря, очень нравится. Супер Хеллкэт — главная награда, ну и обязательно мы его с вами заценим, ибо зачем мы заходим в ивенты? Для того, чтобы получить главные награды. Ну а зачем вы заходите на мои видео? Для того, чтобы увидеть честный обзор на машины такими, какие они есть, для того, чтобы получить удовольствие, расслабиться, ну или посмотреть чего-нибудь новенького. Так вот, ребят, сделайте одолжение, подпишитесь на канал, вы мне подписку, а я вам новый контент, который будет вас радовать. Подпишитесь всего на месяц, я уверен, что вы не пожалеете. Вы будете получать своевременные новости, вы будете получать честные обзоры на технику такой, какая она есть на самом деле, руками не скиллового игрока, и будете получать информацию о качестве товаров, которые есть в магазине, и не только. Что касается, ребят, самого ивента. Сам ивентик довольно интересный, довольно классный. Главная награда, как я уже сказал, Супер Хеллкэт. Для того, чтобы его получить, необходимо делать победы. Это очень классно, сейчас объясню почему. 5 масок за каждую победу, плюс по 2 маски дополнительно можно будет получать, используя пригласительные билеты вот такие, которые будете получать каждый день, заходя в игру, по 6 штучек. По-моему, нормально, по-моему, прикольно. Сколько конкретно вам необходимо будет сделать побед, сами посчитайте, открывайте ивент, берите калькулятор в руки, я думаю, что сложности это не составит. Чем мне нравится данный ивент? Что, во-первых, вы можете получить себе абсолютно бесплатно, абсолютно халявно Супер Хеллкэта. Машина неоднозначная, но халявная. И я считаю, что это ее основной большой плюс на данный момент. Что касается дополнительного, вы можете получать еще другие награды. Плюс к тому, когда вы получите Супер Хеллкэта, вы получаете цепочку из поручений. Выполняя каждое из заданий, вы получаете дополнительные себе плюшки. В том числе довольно-таки интересные, симпатичные камуфляжики. Ну и дополнительно получаете себе возможность получить фон профиля, если кому-то интересно, и получить себе вот такой вот великолепный анимированный аватарчик, который действительно прикольно смотрится. Что касается тех ребят, у кого Супер Хеллкэт есть, не расстраивайтесь, проходите ивент, как это буду делать я, и получайте 1500 золота компенсации за имеющуюся машину. Единственный вопрос, который у меня остается открытым на данный момент, это будет ли цепочка заданий для тех, кто имеет уже Супер Хеллкэта, то есть типа Супер Хеллкэта забрал, получил компенсацию полторушку, и открылись дополнительная цепочка заданий. Я надеюсь, что да, и больше чем уверен, что так оно и должно, в принципе, быть, потому что сам факт дойти до Супер Хеллкэта состоялся, соответственно, необходимо вас вознаградить. Что касается Супер Хеллкэта, машина неоднозначная по одной простой причине, потому что сравнивать ее с кем-либо очень сложно, она все-таки сравнению подлежит, но с очень большим трудом. Что касается брони, брони у машины нет, от слова совсем, забудьте про этот термин, вы картонный, просто, что капец, 25 мм. Броня без учета приведенки во лбу. Что касается бортов, тоже 25. Что касается кормы, тоже 25. Немножечко, типа рубка имеет 40. Но это такое, знаете, я бы сказал, что мертвому припарки. Поэтому, ребят, отыгрывать на Супер Хеллкэте необходимо исключительно находясь на дальних расстояниях от ваших соперников. А орудие вам это позволяет. Что касается сравнения со всеми другими ПТ-шками, которые есть на уровне. Во-первых, ПТ-шек очень много. Во-вторых, ребят, Супер Хеллкэт не похож ни на кого, поэтому сравнивать его очень сложно. Можно было бы сравнивать машины, у которых там барабаны, допустим, или машины, которые фугасные по определению, или, допустим, машины, которые не имеют рубки, и, соответственно, сравнить, допустим, АТ-7 и АТ-15, здесь еще есть возможность, да, там плюс-минус понимание, что машины похожи, а значит, есть возможность искать какие-то различия между ними в этой таблице. Также, честно говоря, выбрать себе кого-то, с кем сравнить Супер Хеллкэта, не особо-то и получится. Поэтому, ребят, вот эта сравнительная таблица просто ни о чем. Выключайте сразу то видео, там, где вам начинают с кем-то Супер Хеллкэта сравнивать. Его сравнивать, ребят, на его уровне не с кем. Эта машина нестандартная, и к ней именно так необходимо относиться. Что касается позитива. Негатив сказали по поводу того, что это картон существенный, а какие есть позитивы? Это очень динамичная, подвижная машина, которая ездит средняя между легким танком и средним танком. И это очень приятно, вы можете перебрасываться с места на место. Это сейчас будем заценивать в бою. Что касается орудия, ребят. Угол склонения вниз минус 9. Это очень удобно, но не потому, что вы можете отыгрывать от рубки, а просто потому, что вам так удобнее прицеливаться на дальних расстояниях, на каком бы склоне ни находились вы или соперник, вам довольно комфортно его выцеливать. Средний урон 225 единиц, кто-то скажет, не так уж и много, но, ребят, с учетом того, что это все-таки пушка дырокола, не фугасница, это классный урон, и время
перезарядки в 5 секунд с учетом установленного оборудования и амуниции. Это очень приятно, очень классно. Что касается бронепробиваемости снарядов, то, ребят, 182 единицы в целом достаточно, чтобы отыгрывать, если вдруг, ну, исключительно по вашим каким-то, да, там, ощущениям личным вам этого не хватает, переставьте оборудование с времени перезарядки, потому что время перезарядки у вас увеличится несущественно, но прибавится, допустим, 9 мм к пробитию, и будет 191, что, ну, существенно облегчит. Мне лично перезарядка немножко важнее, по моим личным ощущениям, соответственно, так оборудование я себе и поставил. Теперь, ребят, что касается всего остального, то по орудию стоит одновременно обозначить, что очень классное время сведения и шикарный разброс. Короче говоря, орудие, позволяющее вам, действительно находясь на дальнем расстоянии, по засветам ваших союзников, реализовывать заявленный ДПМ в 2730 единиц. Как я уже сказал, время сведения просто божественное, 3 секунды, ну, что лучше может быть. Да и разброс очень классный и комфортный, 0.33. Ну что, ребят, берем Супер Хеллкэта и погнали, посмотрим, что он может в обычном бою. Я своего Супер Хеллкэта получил, купив набор, тогда продавался наборчик Супер Хеллкэт и HTC. Кто знает, что за машина, поймут. Так вот, ребят, на момент, когда выставили на продажу этот набор, преобладающее большинство именитых ютуберов, обзорщиков, они хейтили настолько, насколько могли этот набор. Говорили по поводу того, что HTC это капец какая неиграбельная машина, нудная и вообще скучная, ну просто жесть. По поводу Супер Хеллкэта, что он абсолютно неживучий, что он абсолютно никчемный, что он ничего не может, что вы реально пожалеете о покупке. Я приобрел себе этот набор и, честно говоря, приобрел его исключительно ради того, чтобы сделать на него обзор, для того, чтобы развивать канал, насытить его контентом, ну и привлечь нового зрителя. И что самое парадоксальное, и та, и другая машина мне понравились. Я могу вам сказать почему. Только потом я понял, почему мое мнение отличается от мнения многих других. Мое мнение отличается от мнения многих других, потому что я не гоняюсь за скиллом, я не гоняюсь за статистикой. Меня вообще не интересует средуха моя, меня не интересует процент моих побед. Я ценю эту игру за возможность отдохнуть, за возможность получить удовольствие, за возможность расслабиться. И в тот момент, когда мне хочется расслабиться, мне вот прям совсем не хочется сидеть и напрягаться по поводу того, что у меня сейчас что-то случится с моей статистикой. Хеллкэт, да, безусловно, эта машина не для статистов, потому что она, ну, как бы погубит просто на корню, закопает вашу стату как по среднему урону, так и по процентам побед. Но если вы хотите получать удовлетворение от игры и не гоняетесь за статистикой, то данная машина в целом существенно может вам в этом помочь. Как вы видели, подвижность у машины очень классная, очень хорошая точность. И вот отыгрывая на Супер Хеллкэте на дальних расстояниях, ты чувствуешь себя действительно нормальным, порядочным снайпером. Сейчас я дернулся, ребят, это не претензия абсолютно к пушке. Действительно, я немножко косанул. Братка, ответь, сейчас попробуем в кепку закинуть товарищу на ходу. Вот, пожалуйста, точность, то, о чем я говорил. Как я уже сказал, предыдущий выстрел, это я косанул, дернул немножко мышкой. Ну и, короче говоря, зафейлил один из выстрелов. Время перезарядки просто шикарное. Ты действительно успеваешь кидать. Вот сейчас я кинул без полного сведения, и вполне нормально снаряд прилетел практически в центр радиуса разлета снаряда. Короче говоря, не знаю, мне Супер Хеллкэт нравится. Может, кто-то меня не поймет, напишите в комментариях свое мнение по поводу Супер Хеллкэта. Я же свое мнение высказываю, ну вот, абсолютно не стесняясь того, что... А заявляю честно, на Супер Хеллкэте вы имеете возможности и шансы довольно некисло сливаться, потому что брони у вас нет, ну и, соответственно, если вы попадаете под раздачу, то из этой раздачи выйти живым вам будет сложновато. И я абсолютно спокойно отношусь к тому, что такое может происходить, поэтому для меня эта машина заходит и для меня она интересна. Теперь, что касается не просто самого Супер Хеллкэта, а того, стоит ли ради него попотеть. Однозначно стоит по одной простой причине, потому что любая халява, которая вам предоставляется, она уже достойна того, чтобы... заморочиться и попытаться ее забрать. Ну почему бы и нет, если дают возможность получить халявно
премиумную машину. Да, пускай 7 уровня, да, пускай не имба, но, ребят, это халява, и халява плохой не бывает. Все мы помним по поводу того, что уксус, он тоже бывает сладким, поэтому, ребят, даже вот такие вот горечи проигрыши, они не должны вас останавливать в попытках получить чего-нибудь бесплатного. Теперь, что касается результативности машины. Результативность машины, как правило, лично в моих руках, приблизительно где-то второе-третье место в команде по урону в выигрышных боях. Безусловно, бывают проигрышные бои, бывают совсем фейловые бои, поэтому если вы, как я уже сказал, беспокоитесь о своей статистике, ребят, Супер Хеллкета заберите себе, но не катайте его. Что касается результативности, вот, пожалуйста, в команде первое место по урону, я считаю, что это, в принципе, заслужено. И мог бы сделать больше, но, ребят, все-таки команда тоже не очень хорошо отыграла, поэтому не только все от меня зависело. Итак, ребят, либо забирайте Хеллкета, если Хеллкет у вас есть, забирайте 1500 золота и дополнительные плюшки, но в любом случае обратите внимание на старт нового ивента, и всем желаю искренне побед, побед и еще раз побед, которые принесут вам все возможные награды данного ивента. На данный момент у меня все, подписывайтесь на канал, всем мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!